Расслабляющее мытье начинается с создания приятной атмосферы, а также приятной теплой температуры воды, ориентированной на клиента. Для начала мы полностью смачиваем все волосы водой, отжимаем их руками, для того, чтобы стекла лишняя вода. Шампунь берем небольшую дозу, растираем в руках и наносим сначала по контурной линии роста волос, и потом прижимающими движениями начинаем распределять по голове. После этого добавляем небольшое количество воды для того, чтобы активизировать процесс пенообразования. Небольшое количество воды нам поможет взбить на волосах шампунем очень хорошую, густую, плотную пену. Движения рук должны быть плавными, мягкими, чтобы создать максимум приятных минут для нашего клиента. Тщательно промываем весь объем волос и затем промываем всю длину. Иногда бывает достаточно одного раза нанесения шампуня. Если загрязнение волос достаточно интенсивное, первое мытье мы смываем шампунь и производим второе мытье. Очень важный момент – быстрое мытье не всегда дает хороший результат. Для того, чтобы активизировались все ингредиенты, которые находятся в шампуне, увлажняющие вещества и так далее. Второй этап. Мы отжали волосы от лишней воды и теперь наносим кондиционер. Сначала кондиционер лучше всего распределить на руках и потом нанести его непосредственно на волосы, избегая попадания на кожу. Прочесать руками все волосы и затем смыть волосы приятной теплой температуры проточной водой. Отжимаем руками излишки влаги, подкладываем одноразовое полотенце на середину раковины. Середина полотенца должна совпасть с затылочной зоной. Делаем оборот по диагонали в одну сторону, прижимаем рукой, откидываем уголок и собираем как бы в конвертик все остальное и заправляем затогнутый край. Вот такая прекрасная челма у нас получилась.